Сегодня был на приеме у главы государства. Доложил по деятельности работы фонда за 2023 год. Итоги 2023 года показывают положительную динамику по всем ключевым показателям. На расширенном заседании правительства глава государства поставил задачу по реформированию фонда Самрук-Казына. Мы провели соответствующую работу и разработали план по 5 направлениям. Первое – реализация инвестиционных проектов. Второе – высокотехнологичное производство. Третье – привлечение прямых иностранных инвестиций. Четвертое – поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики и справедливые тарифы. Пятое – вывод на IPO и SPO дочерних и зависимых компаний фонда Самрук-Казына. Работа по вышеобозначенным 5 направлениям позволит внести соответствующую лепту и вклад в удвоение ВВП к 2029 году.